Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 15. И как всегда, я перечитал абсолютно все комментарии, которые были у меня под видео по RimWorld. Один из важных советов, который был, это, мол, Коля, да ты забыл вообще про развитие экономики в целом, у тебя отсутствует валюта, ну, в нашем ситуации это, естественно, серебро. Вот, поэтому я подумал, как мы с этим разберемся. Мне пришла очень странная идея на мысль. В общем, пришла мне странная мысль, вот. Я думаю, здесь, вот в этой области, я, правда, не знаю, каким раком я это все еще построю, но я это обязательно сделаю. Нужно нам сделать комнатку, в которой мы будем расчленять трупы. Вот, мы все трупы полностью повыкапываем, те, которые новые, закапывать даже не будем. Кстати, у нас же кабанчиков валом, да. Все эти трупы, которые не принадлежат к нашим, боже, каких поселенцам, мы возьмем и расчленим вот в отдельной такой комнатке, которую мы здесь сделаем. Ну, планировка будет стандартная, просто квадрат, ну, прямоугольник скорее. Да, прямоугольник, в который мы сделаем вентиляцию для того, чтобы было постоянно прохладно. И здесь, где мы будем разделывать трупы, здесь, собственно, и будет находиться сразу же склад человеческого мяса и человеческой кожи. Ну, естественно, поставим здесь маячок, чтобы ее продавать в будущем. Вот, с этим мы разобрались. Далее, нам, естественно, вот это все полностью нужно поубирать. Иначе мы от этой кровушки просто скопытимся. Ну, психологически, конечно, скопытимся. А еще, кстати, никто не полечил. Агиру, вперед. Вперед лечить, вперед. Лекарства у нас еще есть. Склад мы добьем. Ну, в общем, ставим приоритет и еще проверим. Нам, точнее, мне советовали взять солнечные генераторы, что их якобы можно ставить прямо перед турбинами, и при этом турбины не замедляются, и данные генераторы им не мешают. Мне показалось это слегка странным, но люди говорят, что работает. Эврика, так сказать. Так, это мы разберем. Там оно нам не надо, генератор этот. Так, что у нас по ресурсу? Давайте глянем. Давайте сразу выставим здесь генератор тогда. Три компонента. Блин, мать его за ногу. Нет у нас столько компонентов лишних. Вообще никак. Вообще. Так, ладно, пусть ребятки приходят в себя. С энергией у нас тоже жопка. Пусть приходят в себя. Сейчас по приоритетам глянем, что нам сейчас важнее всего. Сейчас мы можем замедлить фермера. Нет, так... Нет, не можем. Или можем. А ему без разницы, он все равно не носит, не убирает. Так, другим мы сейчас дадим какую команду. Все остальные, кто способен носить и убирать. Приоритеты убираем. Ну ладно, Зор оставляем. Так, нет, повар тоже пусть будет. Второго фермера убираем. А так все, собственно, и стоят на второочередных. Расчет какой? Расчет на то, что мы сейчас это все, бля, поубираем. Кстати, здесь надо одну настройку изменить, потому что у нас парень бегает далеко за горизонты. За камнем, вот, вот так достаточно. Все поубирать и самое главное восстановить ловушки. Потому что если мы их не восстановим, любое сейчас новое нападение, мы получим люлей. Ура. Так, это добро мы отсюда не убираем. И это добро не убираем, потому что мы здесь выставим второй ряд дверей. До турелей нам пока далеко, так как компонента у нас нет. И семильчик, ну, не знаю. Сильно ли нужно то, что ты сейчас делаешь? Ну, делай. Главное, пусть они в самом начале уберутся. Или нет, давайте, наверное, сразу комнатку сделаем для разделывания человеческих тел. Так, чего у нас там больше всего? Мрамор и гранит, по-моему, да? Давайте из гранита, наверное, забахаем. Так, здесь где-то раз, два, три блока, по-моему, да? Ну вот, давайте вот такую комнатку сделаем. Вот так, здесь даже уберем. Здесь поставим температурка, вентиляция и поставим дверку тоже из гранита. Вот, это уже почти то, чего мы хотели добиться. Далее, здесь мы немножечко повыбриваем. Я так понимаю, что это не комната, это просто куски. Куски стены, которые нам вообще ни к чему. Так, вот это тоже убираем. Здесь вот эту часть надо убрать, чтобы узнать, какая здесь открытая область по размерам. По размерам. Ну и сразу же сделаем область. Это, наверное, будет скорее склад, нежели свалка. Вот так, вот так, вот так. Пока что так. Склад запрещаем абсолютно все. Разрешить, так, пусть они пока работают. Разрешить нам надо продукты мясные. Мясо, плоть человека. И изделия, текстиль, кожи. Кожа человека. Все. А, ну и трупики, конечно, и трупики здесь тоже должны быть.
Трупы, трупы людей, но не все. Трупы поселенцев, отмена. Все, с этим мы разобрались. Так, надеюсь, Пипчанский, перестань медитировать. Я понимаю, что это для тебя очень важно, но будь добр. Будь добр, прекрати этим заниматься. Так, давайте здесь расширим склад. Такс. Он начинает сразу же делать генератор. Молодец, за это уважение. Так, Эми, ты, наверное... А где Эми у нас вообще? Эми, дорогуша, ты сразу делаешь, молодец. Делай вкусные блюда. Блин, вкусные блюда так дорого стоят. А, это шикарное блюдо, 10-10 стоит. Ну ладно, пока есть ресурсы, пусть делает. Пока можем себе позволить. Так, Пипчанский, ты куда? Компоненты. У нас что, здесь компоненты валяются? Точно, вы же их выдолбили и не забрали. Давай тогда, Пипчанский, ты их сначала все соберешь. Не возьмешь две штучки и уйдешь, а все собери. А потом уже себе... Ой, как хорошо пошли турбины работать. А потом уже возьмешь и отщипишь себе немножечко на постройку генератора. Так, немножко трупиков сюда скинули. Так, давайте, ребятки, мусор поубирали. Молодцы. Еще просто пол поубирать было вообще класс. Долби, доби, Семильчик. Что-то Пипчанский росла... А, это он генератор строил. Точно, 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 точно. Открытая область. И какая она? Она масюсенькая. Ну, и фиг с ней. Пусть будет. Что, лишняя она нам точно не будет. Так, область и склад. Увеличим. Увеличим вот так. И здесь еще увеличим. С защитой. Защиты у нас основные сейчас проблемы. О, Пипчанский. Блин, он прям мастер. Вот серьезно. Какой у тебя там уже скилл строительства? 17. Боженьки. Боженьки, да на тебя молиться можно. Так, заново ничего не рассадили почему-то. Почему? Вопрос. Таисия, чем ты еще была занята? Мне интересно. Целый день. Так, нужно туши разделать обязательно. Ой, боже, сколько у нас еды. Как же это приятно осознавать, что у нас наконец-то куча еды. Так, еще бы мне был совет по поводу расширения комнат. В плане том, чтобы дать больше пространства нашим поселенцам. Но я подумал, что это, ну пока нет смысла. Пока нет, у нас и так куча забот. Вот у них, в принципе, только один минус. Это гадкое место. Хотя это, наверное, из-за того, что они бегали где-то. Потому что тут, видите, 1,5, 2. А в чем рознь? У него здесь срач какой-то под кроватью. Вот у этих странно, удивительно, но из-за того, что у них двухместная кровать, и они вдвоем, походу, спят и друг друга обожают, поэтому у них 2,2. Тут вообще 3,7, тут полная идиллия. Ну, еще тут стены же надо поменять. Кстати, а почему я здесь стены не поменял? Еще один важный момент, это нам нужно сделать тюрьму. Тюрьму, в которой мы будем абсолютно всех, кого мы будем ловить. Мы будем их то сажать, и по старой схеме будем их постоянно лечить, лечить, лечить. Для того, чтобы поднимать скилл медицины, естественно. Для чего же еще? Так, Пипчанский, давай, не расслабляйся. Побеседуйте, покушайте и приступай к работе. Приступай. Так, пока я этот центр включать не буду. Так, Эми, где ты, моя дорогуша? А, она кушать идет. Ладно, покушай. И разделай всех хрюшек, пожалуйста. Буду тебе благодарен. Эми, у нас будет очень тяжелая работа у нее. Ей придется разделывать эти самые трупы. Поэтому надо будет очень аккуратненько следить за ее самочувствием. Психическим. Так, хрюшек разделали. Ой, сколько мяса. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Так, еще по поводу развлечений. Развлечений. Я думаю, мы сделаем побольше этих палочек и поставим их внутри здания, чтобы они на морозе не кидались ими, а стояли в здании и себе развлекались. Тем более я заметил, что больше одного за раз не играется с ними почему-то. Раньше они могли целой толпой стать и играться, а тут что-то мимо. Так, дальше. Энергия, солнечные генераторы. Раз. Как видим, турбины работают. Спасибо огромное за совет, ребята. Турбины работают исправно. Так, сейчас у них немного настроение будет понизиться из-за того, что они с трупаками постоянно работают. Так, это мы отменим. Нам это не надо. И у нас хватит дерева. Сейчас проверим. Производство. Разделочный стол. 99 дерева. Если стали... 75. Блин. Блинский блин. Ладно, закинем. Нет, не сюда. Вот сюда. Так, и давайте добудем немножечко еще стали. Кто там у нас свободен до хрена? Кстати, снегопад нам зачистил огромную территорию. Это супер.
Это супер. Так, что вы там еще? Вещицы таскаете? Ой, коктейли Молотова не забудьте забрать. Редкие трумбы. Блин, нам бы трумбы завалить надо. Вообще надо бы завалить, потому что он нам даст свой рог, с помощью которого мы, собственно, можем поднять нехило свое экономическое положение, так сказать. Так, ловушки переустановили, да? Так, Исмаильчик там сейчас немножко добьет нам стальки. Стройте, стройте, ребята, пожалуйста. Пипчанский несчастный туда-сюда, туда-сюда таскает эти ресурсы проклятые. Нолан отлетел. Нормально. Сам себе взял, решил отлететь. Ну, бывает. Это я так медленно направляюсь в свою комнату, типа, да? Еще, кстати, нам нужно сделать тропинки. Нам нужно сделать тропинки, по которым по снежной местности они будут перемещаться. Потому что здесь, я не знаю, какая скорость. 52%. Они в два раза медленнее перемещаются по этому снегу проклятому. Так, с энергией опять недостачи. Не опять основа, как говорится. Давай, Пипчанский, давай, я в тебя верю. Ну, ты молодец, ну... Нормально, Трумп сам пришел. Ой, как не вовремя. Ну какая вспышка звезды? Ну вы о чем? Вы вообще о чем? Сейчас температура. А, не, на улице еще терпимо. На улице еще терпимо. Но то, что рис пропадет, это плохо. Ну, еда есть, в принципе, хрен с ним. У нас энергия при этом не повышается ее количество. Ясно. Ясно, понятно. При том, что турбины работают, а количество энергии не повышается. Нелогичненько. Ну ладно. Переживем, надеюсь. Трумба, ты сам пришел, ну правда, блин. Вот если бы ты сам так прошелся и по самоуничтожался немножко, вот было бы вообще круто. Было бы прям класс. Ну ладно, атаковать его, наверное, не буду. Потому что у нас ни турели, ни черта нет. Мы бедные нищие. Поэтому да. Пока придется как-то выживать. Но он больше не прячется в своей комнате. Молодец, ну он, ты пришел в себя, умничка. Давай, вспышку, уходи, уходи, уходи. Спасибо. Поздновато, конечно, но хоть так. Таисия, какой там у тебя скилл уже? Фермерство, 10. Шикарочка. Просто шикарочка. Так, давайте, наверное, включим уже списки предметов, потому что мы так немножечко разбросались. Так, здесь у нас еще кожи. Это чья? А, это кабанчика, наверное, да? А, не, у нас куча разной. Свиньи кожа. Кожа бумалупа. Муфала даже есть. Нам есть что продать, вы знаете? Нам действительно есть что продать. Так, добиваю уже там немножечко Исмаильчик. Так, вы там что еще таскаете? Точно. Точно, точно, точно. Мне еще подсказали, что есть фишка, которая расширяет непосредственно область крыши. Что мы здесь и сделаем, чтобы у нас не портились предметы. Так, пип, 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 пип. Пип у нас строит генераторы. Так, ну здесь комнатка доделана в целом. В целом доделана. Я думаю, мы можем вскрывать. Или нет, давайте сначала этих троих разделаем. Троих разделаем. Так, Эми, Эми, где там? Эми убирается. Ну ладно, поубирайте, так и быть. Так и быть. Так, сейчас еще давайте. У нас это свалка или это у нас... Это у нас свалка. Создать свалка. Продолжить. 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 А почему они отдельно создаются? Странно. Свалка и правил... Да, почему-то оно не засчитало нам. Ну ладно, фиг с ним. Давайте еще одну отдельно сделаем. Так, свалочка. Копировать. Вставить. Так, разойдитесь, ребята. Вставить. Здесь работало. Дивно. Дивные дела. Так, далее, построить дверки. Дверки у нас из чего могут быть? Из гранита и мрамора. Давайте из гранита забахаем. Вот так вот. Бедный Пипчатский, на него столько нагрузки выходит. У нас еще кто-то был строитель, да? Эми у нас строитель? Вот. Ладно, Эми, когда будешь свободна от своих поварских деяний, иди строй. Я бы вообще не подумал даже. 9 причем. Не кисло так. 5... 6, нет, вы даже не пытайтесь строить. Никогда.
У тебя сколько тоже? 5. Агера. Стоп, у нас же был еще кто-то строитель. Исмаэльчик. Ну ладно, 6. Ладно, фиг с тобой. Строй при возможности. Так, здесь вы тоже решили поубирать. Молодцы, конечно. Ой, Пипчанский, просто вообще как робот. Рабочевский. Так, энергии снова в недостатке. Так, бездельники есть? Булка, бездельник. Булка. С каких пор ты стала бездельничать? Ремесло. Ремесло. Тебе камней недостаточно, да? Камней ей недостаточно. Ну ладно, тогда расширим эту функцию. Сейчас чуть отдалим, чтобы примерно прикидывать. Вот так. Вот те, что недалеко возле базы, пусть собирает. Бегай, развлекайся, а бы не бездельничала. Развлекайся. Вечерина. Окей. Давайте вечерину. Настроение лишний раз поднять не помешает. Нам еще и механоидов разобрать надо бы. В общем, работы завались. Так, сталька нам нужна, пока не особо. Хотя еще один генератор, знаете, было бы поставить очень даже неплохо. Судя по нашим проблемам с электричеством. Здесь, кстати, тоже какая-то открытая территория, надо будет скрыть. Так, стол поставлен. Ставим самую-самую зловещую задачу. Детали, трупы людей. Животных здесь мы не разделываем. Кроме поселенцев. Закрыть. Повторить бесконечно. Сейчас мы туда направим Эми. Я сомневаюсь, конечно, что она будет счастлива от этого. Сейчас они все поспят. И Эми с утреца пойдет крошить трупаки. Ох, развлекуха. Я думаю, что тут кто-то сгнил уже, наверное, даже. Хотя, в принципе, мороз. Че гнить? Но вот эти точно еще свежи... Нет, стоп. Хотя нет, по-моему, должны быть здесь свежачки. Боже, какой ужас. Я рассуждаю о трупах. Так, ладно, ребятки, давайте. Быстренько. Кабанчиком. Кабанчиком это все сделаете. Не до конца пол еще и загладили. Фу на вас. Куда ты там пошел? Обрабатывать камень? Угу. Окей, давай. Он нам нужен. Камень нужен нам все... Ой-ой-ой, как у нас энергия прям... Тютелька в тютельку-то. Гэпнулась. Так, может, у нас проблема с проводами где-то? Здесь есть коннект. Здесь есть. Странно. Че ж за проблемы-то такие адские прям? Давайте турбины запускайтесь. Так, булка тоже поперлась за камнями, да? Да, молодец. Так, Пипчанский дверь решил доделать, а потом уже будет делать нам генератор. Ну, в принципе, молодец. Вон тебе даже помощники пришли. Дай бог, они достроят это дело. Так, давайте по вооружению глянем, что у нас там. Пистолеты, гранаты... Нет, крестобал, нет. Какие гранаты? Ты о чем? Далее, Эми гранаты. Не-не-не-не-не-не-не. Так, ты у нас кто? Эми не стреляет. Надо будет тех, кто у нас не воюет особо, надо будет им щиты понадевать, чтобы они у нас были с живым щитом, если что. Если на нас кто-то нападет, они у нас будут слегка защищать. Так, энергия. Энергия. Давай быстрее. Так, а вот этот замедлился, кстати. По-моему, из-за того, что проект стоит. Стоит проект, они готовы этот. Ну, сейчас проверим. Сейчас Пипчанский доделает. Ой, кто-то уже начал разделывать. Эми, ты чё? С дуру, что ли? Ладно, разберите тогда эти. Да, кстати, сделайте здесь крышу. Было бы очень даже неплохо. Так, гнилых нет. Ой, Эми. Сейчас мы начудим дел. Так, сколько еще? 7, 6, 3, 1. Все, молодцы, застроили все. Так, Эми решила тут полностью всех распотрошить чертям собачьим. Давайте вот этих тоже вскрывайте. Так, здесь же у нас отмечено, что гниль нам здесь не нужна. Да, гниль нам здесь не нужна. Отлично. Куча бездельников у нас. Что происходит? Что происходит? Так, работает. Нет, он все равно медленнее работает. А, блин, мы здесь залепили немножко, да? Нехорошо получилось, скажите. Я что-то просчитался, я думал, сзади только 3 блока. Ладно. Поступим тогда другим немножко образом. Дверку поставим здесь. Здесь вот так сделаем. И вот это все разбираем. Должно помочь. У нас там как раз ряд бездельников появился. Так, есть гнилой, есть 2 гнилых.
Окей, гнилых тогда мы здесь оставляем. Раз, два. Это чисто для гнилых. Ребяток. Так, если земельчик наш разобрал уже почти все. Ну давай, да разбираю уже стеночку. Дверку точнее. Грузовые контейнеры. Так, что там? Свиная кожа. Не знаю ее стоимость, конечно. Ну, ладно. Пусть лежит пока. Пусть пока валяется. Так, ну и процесс здесь встал, я так понял. Процесс тупо встал. Ладно, фиг с ним. Так, главное, что мы здесь прикрыли крышей. Нехватка энергии, рили, да? Не говорит, что это из одной турбины. Сейчас опять пропадет рис, который вот-вот должен был вырасти. Да, не сложилось. Но у нас еда пока есть. Стоп. Здесь ни в коем случае не должно быть человетинки. Человятинки. Уберите оттуда, срочно. Эми, ты как вообще себя чувствуешь? Она счастлива, у нее все хорошо. Разделала четверых, но у нее все хорошо. Так, давайте, включайтесь в работу. Так, вот это все перенесите, будьте добры. Область убрать. Нет, не то. Удалить зону, вот так. Ребятки, уж постарайтесь прибраться. Так, чего у нас еще много? Торговцы к нам спешат. Что у вас там есть? Сейчас быстренько так проглянем. Компоненты у них есть. Вяленое мясо нам не надо. Генератор импульса нам не надо. Лекарственные травы. Пивко есть. Ой-ой-ой-ой, этот генератор вообще. Ребята, кто там? Хоть кто-нибудь? Нет. Не употребляй, фу. Агера. Невозможно перевести в несвободное место. А, блин, я удалил весь склад. Ёпресоте, ну. Вот это коряво. Я же на один блок нажал. Почему весь склад удалился? Так, запретить все. Мясное человетинка. Далее. Кожа человека. И трупаки, чужаки, труп человека. Давайте, быстро. Вау. Вот это я прикольно сделал. Так, хорошо, перенеси, чтобы турбина работала на полную. Давай, пипчанский. Она все равно не работает. Крыша. Убрать область. Убрать. Ребятки, уберите. Я не могу ему дать команду убрать крышу. А-та-та. Ну уже. Уже даже тархаши пришли. Исмильчик, соизволю брать крышу. Да что ж вы делаете? Куда ты идешь, ты мне расскажи? Строить. А, ладно, построй, потому что там гниль лежит. Исмильчик, давай. У тебя есть время как раз. Золотай крышу. Шлифует полы. Вы серьезно, мать вашу? Пипчанский, ну почему ж ты не желаешь убрать вот этот вот ошметок, который здесь был? Ладно, сейчас они все равно к этому придут. Рано или поздно. Куда ты понес труп? Фу. Вот этого похорони лучше. Положи. Покладье взял. Нервный срыв объелся. Молодец. Умничка просто. Так, стены починили. Так, кто у нас там самый общительный? Общение 12-9. Давайте 12, это у нас Исмильчик наш. Ну давай пообщаемся с торгашами, что они нам там предложить могут. И что мы им можем предложить? О, мы им можем впарить миниган, который нам вообще нахер не нужен. Так, далее, коктейли молотова нам надо, ими гранаты надо, щит в принципе нужен. Так, у вас мы хотели взять компоненты. Блин, дорогущая скотина. И куча товара есть, которые им нахрен не надо. Жаль. О, у них есть, кстати, раб... А, у нас бабла не хватит. Все, принять. Благодарочка за компоненты. Удачи в личной жизни. Немножко серебра все-таки получили. Куда мы идем, Нолан? Нолан идет обрабатывать... Ой, Нолан, нет. Нет. Надо все-таки понизить, потому что они начнут гонять уже в конец карты. Так, ниже 40. Вот так вот. Все, достаточно. Нолан свободен. Так, все починили, все сделали, булка с ума сошла, обожралась.
Что у нас по ресурсам? Сталь у нас встала. Комнатку эту мы сделали. Мы хотели сделать еще тюрьму. Так, почему эту крышу никто не убирает? Пипчанский. Вот ты мне скажи, что тебе мешает? Создать область без крыши. Вот, вот эта область должна быть без крыши. Эми разбирает крышу. Давай, умничка, давай. Наконец-то, хоть кто-то к этому пришел. Все, заработала турбина. Все, шикарочка. Немножко, правда, кривая у нас здание здесь получилось, но тем не менее. Так, и начнем делать тюрьму. Тюрьму, 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 тюрьму. Как мы ее захимичим? Короче, у нас должно выйти помещение, в котором будет много кроватей. Желательно вообще спальников. Хотя нет, нет, да, вначале спальников, естественно. На каком расстоянии мы его сделаем? Нам сначала первая дверь, вторая дверь, потом начинается само помещение. Так, здесь мы будем расширяться, поэтому в эту сторону мы даже не смотрим. Пока мы сделаем вот такое помещение приблизительно. Здесь будут спальники валяться. Здесь у нас будет стоять стол. И будет стоять стульчики парочку. Ну, чтобы они якобы себя комфортнее чувствовали, все дела. Хотя нам это не надо. Нам надо наоборот, чтобы они друг друга месили постоянно. Ну, посмотрим. Вначале это будет, естественно, как типичная бомжатня какая-то невнятная. Но зато потом... потом будет ого-го. Потом будет ого-го. Так, торгаши, чё как? Вообще мы их можем закрыть, вы знаете? А ну-ка, сейчас проверим. А, работает ли старая схема? Гранит есть? Гранит есть. Пипчанский, где ты, мой дорогой? Эч? Эч, работает над стенами, быстро, пока они не свалили. Хорош. Теперь это все под запрет. Все свободны. Аборигены попали в ловушку и пытаются выбраться. И что они будут делать? Вы представляете? Вы представляете, ребята? Ладно, я вам открыл выход. Проходите. Вот это прикол. Теперь все так просто не делается. Разработчики даже о таких мелочах. Ну как мелочах, это довольно весомая вещь. Они даже о таких вещах задумаются. Круто, круто. Похвала и уважение на самом деле. Похвала и уважение. Что даже внедряются в такие, казалось бы, мелочи, на которые можно было... Точнее, большинство разработчиков на это даже не обращают внимания. Появился какой-то глич, или фича, или баг. Они забивают хрен на него, да и все. А эти молодцы. Так, раз, два, три, четыре. Еще четыре ловушечки нам должны помочь. Должны помочь выжить в этом суровом мире. Так, турбинка заработала. Все вроде бы по чуть-чуть налаживается, да? Да, правда, с компонентами у нас все-таки проблемы. Так, смотрим, что у нас по приказы. Долбите еще сталь. В обязательном порядке. И здесь всю тоже вздолбайте. Я думаю, что даже на следующий день мы уже сможем включить связную нашу, так сказать. Так, долбите здесь. Раньше, кстати, по-моему, не было такого, что они работали по приоритету. То есть мы дали вот первая задача, вторая задача, третья задача. Они так и будут с ней работать. То есть сначала они выдолбят эту комнату, потом выдолбят сталь, потом эту сталь. Ранее они долбили в рандом. К чему, по-моему, то ли ближе были, то ли еще как-то. И тогда начинали долбить. Так что, тоже прогресс, прогресс. Я бы даже сказал прогресс еще. Так, сколько у нас здесь мяса? 1228. И 200 кожи. Супер. Осталось псевдоконтрабандистов найти, или кто там они? Камень. Блин, он вообще нам нужен. Ладно, забирайте. Тем более, он недалеко вроде. Ну, не особо далеко, во всяком случае. Во всяком случае, не особо далеко. Я начал еще задумываться по поводу правильности данной комнатки. Не, ну она должна быть. Она, конечно же, должна быть. Kill room, так называемый. Но у нас же все-таки будут ситуации, когда к нам будут приходить диверсанты. Они могут отсюда прийти, могут сюда и зайти. В общем, как понравится, так и придут. А вот с ними уже будет бороться тяжело. Ну ничего, стреляем. Будем брать скиллом, так сказать. Так, у кого, кстати, энерговинтовка? У Исмаиля, отлично. Исмаильчик, молодец. Ну и в целом мы растратили... О, энергия пошла, наконец-то. Мы растратили кучу камня, сейчас будет надежда на то, что мы пока будем здесь долбаться вокруг... вокруг да около... О, еще сталька, вообще хорошо. Это сталь, не серебро? Сталь, хорошо. Давай, Пипчанский, ты у нас профессионал. Хорош.
просто хорош. Сейчас чисто для эксперимента. Минус 5. Минус... Каждый кусок мяса кожу минус 30 дает. Тут, кстати, мясо тоже, по-моему, минус дает. Так, ну, раз пока все так гладко, давайте тогда раздолбаем... А, они же там приоритеты ставят. Ладно, пусть они все это раздолбают сначала, а потом уже поставим... Даже здесь мы, наверное, уберем пока. Приоритетик. Вот, и все-таки перестроим нашу внутреннюю часть здания, чтобы превратить его из пещеры в комплекс. Так, давайте, долбайте, долбайте, долбайте. Странно, что здесь почти камней нет. А, они его сразу переделывают. Тогда молодцы. Респект и уважуха. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся в следующем эпизоде. Удачи!